Рост у меня 175, 90, 55, 87. Вот. Пусть кто-то говорит, что там талия чересчур тонкая, но мне кажется, на мою физиологию она такая и должна быть. При этом вы весите? 46. Написали статью, что там казахстанская Барби и так далее, и все начали меня сравнивать с украинской Барби. Хотя она стремится к этому образу. То есть она себя позиционирует как куклу Барби. Я же не стремлюсь к этому образу, и мне навязали этот образ, опять-таки. Вот. И теперь как-то не слишком приятно это слышать, когда говорят, это уже не как комплимент, а как, я не знаю, как сказать, такое сравнение. После того, как это все началось, прям очень большое количество негатива вылилось, прям очень большое, и мизерное количество адекватных пользователей, которые, понимают, что, ей так нравится, пусть она и живет. Это ее жизнь, меня это не касается. Все начинают с моего веса. Ты анорексичка, либо у тебя слишком высокий лоб. Мне нравится свой лоб, мне нравится своя фигура. Так что нет, меняться я не хочу. Вы прибегали к услугам пластических хирургов? Вот. Пусть вам многие скажут, что да, она сделала себе нос и удалила ребра. Нет, такого я не делала. Когда я была маленькая, я смотрела на девушек ухоженных, и я всегда думала, я тоже хочу быть такой же, когда я вырасту. Мама меня с детства учила, что вот даже пошла в магазин, никогда не иди как непонятно кто. То есть всегда ты должна, если ты вышла из дома, все, ты должна выглядеть хорошо и ухоженно. Девочки на меня смотрят, берут пример. И я не могу подавать какой-то плохой пример, ни в каком плане, ни в моральном. Я не могу на негатив ответить негативом, потому что я не хочу, чтобы девочки этому учились. Я очень хочу, чтобы все друг друга поддерживали, чтобы не было вот этой вот конкуренции, что вот она красивая, все, она мне не нравится. Я хочу, чтобы все были подругами, все друг друга поддерживали, потому что вот мужчины, они вот команда, они никогда не будут говорить друг о друге плохо. А девушки, они за спиной очень многое любят говорить, что не есть хорошо. Как-то мне девушка написала, что вот, девочки, смотря на тебя, они будут изнурять себя голодом, хотя физиология у всех разная, да, и то есть не достигая каких-то результатов, ты будешь еще сильнее себя изнурять. Но, как мне кажется, у каждого человека есть своя голова на плечах, и он сам должен выбирать себе, что плохо, а что хорошо. Это мне пойдет, это мне не пойдет. Так что я ни на кого не наседаю таким образом, что вот либо ты худая, либо вот нет. Вот худей и все. Такого нет. У меня нет такой пропаганды на странице, там, красься каждый день, худей, делай себе операции, если тебе что-то не нравится. Нет, то есть у меня на странице такая атмосфера, что ты должен полюбить себя таким, какой ты есть, и должен быть в гармонии с самим собой. Учу китайский, испанский, английским я уже владею в совершенстве. Вот. И дальнейшие планы выучить итальянский и французский. Мне там говорили, что сейчас в высшем обществе очень модно обсуждать Харуки Мураками. Я такая, ладно, хорошо, я прочитаю с Харуки Мураками. Если кому-то нравится, хорошо, пусть кому-то нравится, но вот мне оттуда не понравилось просто ничего. Вот я прочитала, я подумала, это какая-то просто бульварная книжонка. Вот честно сказать, да? Без таланта, без души какая-то книга. Вот поэтому я предпочитаю классику. В Казахстане, если ты чем-то выделяешься, то тебя очень сильно за это осуждают, обсуждают. Что это вот, если ты выделился, то это 100% плохо. Вот, хотя когда за рубежом, то есть твоя жизнь, делай, что хочешь. Никому до этого нету дела. Вот. И мне кажется, это хорошая позиция. Я не хочу вот попросту потерять свою жизнь, доказывая всем остальным людям, что я не такая, как они думают.